Номинации «Театральное искусство» и «Художественное чтение». В течение 3 дней в театральном центре «Жаворонки» проходил детский конкурс «Наш дебют». Он проводился в рамках открытого фестиваля молодежных театральных коллективов «Взмах крыла». Наконец-то я в балете! Я забыла все на свете! Даже 3 умножить на 3 я сейчас бы не смогла! Наконец-то я в театре! Как я этого ждала! Мы взяли на себя такую непростую миссию – растить вот этих театральных детей. Мне кажется, что нам это потихонечку удается вместе с нашими прекрасными режиссерами разных театральных студий. Сегодня много этих режиссеров, порядка 15. Очень многие из них, мы видим, участвуют из года в год, и они растут. Они привозят новые, более интересные работы. Они прислушиваются к тому, что говорят члены жюри. В конкурсе принимали участие артисты от 6 до 17 лет. По словам членов жюри, театральный центр подарил детям и молодежи прекрасную возможность проявить свой талант и получить новый опыт. В этом году необычайно много конкурсантов в конкурсе чтецов. Порядка 70, даже, наверное, 80 человек. Около 15 спектаклей в конкурсе театральном. «Три медведя», «Тюймовочка», «Волшебник изумрудного города», «История Груффало». Театральные студии представили на суд жюри свои лучшие постановки. За 4 года конкурс набрал большую популярность. Вырос и уровень участников. Делать выбор все труднее. Я нахожусь, на самом деле, под большим впечатлением. Это очень сложно, потому что дети, они настолько сами по себе прекрасны всегда и органичны, что им, в принципе, иногда не надо ничего делать, не надо ничего играть, они всегда сами прекрасны. Поэтому отбирать очень сложно. Хочется пожелать всем конкурсантам удачи. Хочется сказать, чтобы все продолжали творить, пробовать себя в чем-то новом, чтобы они не отступали, даже если кто-то в этот раз не займет конкурсные места, это ничего не определяет. Главное – верить в свою мечту. Театральный конкурс «Наш дебют» подошел к концу. Победители получили заслуженные подарки, призы и сертификаты. Гран-при фестиваля в номинации «Театральное искусство» завоевала детская онлайн-школа актерского мастерства «Акта Бэби» под руководством режиссера Анны Баздаревой со спектаклем «История Груффало». Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».